сегодня в праздник Наурыз. У нас девочковый день. Вот сейчас заправляемся. И мы едем в Киото на 2 суток. Плана никакого нет. Решили раз в жизни пожить без плана. Единственное, что там планируется дождь. Все 2 дня малоприятного, но надежда никогда не умирает, и, возможно, все-таки будет тепло. Тем более, что 21 числа, то есть сегодня, должна начать цвести сакура. Стала портиться. Сколько часов на мыр ехать нужно было? 3,5 часа? 4 почти. 4. Осталось 2:23. Осталось, да, 2,5 часа, но погода не шепчет. Но зато как красиво. Мы приехали... Записывает? Да, записывает. Мы приехали на какую-то стоянку. У нас перерыв. Хотим выпить кофе в Старбаксе и купить что-нибудь покушать. Ира. А то как будто я одна приехала отдыхать. В общем, у нас перерывчик, небольшая стоянка. Народу очень много. Видать, отменили масочный режим, и все люди выехали на прогулку. А, еще выходной сегодня, да, праздник какой-то национальный, видать, в Японии. А, тоже Наурыз справляют. Ничего себе. Все, мы заходим в магазин. Что мы выбрали себе на перекус? Какие-то роллы, кофе. У Иры тоже ролл и вкусный киш. Ждем карамельный капучино. Да. У нас вот такая чудная погода. Да. Через 600 метров, говорит, нужно съезжать уже. Это мы в Киото? Направо. Да, мы уже практически приехали, но погода не шепчет. Я не знаю, что мы будем вечером делать. Мы же хотели... За руку. А, ну вот отлично. Девочки такие, девочки решили... Значит, был план определенный там в храм сходить, еще куда-то. Ну, раз дождик, пойдем по магазинам. Шопинг тайм. Ночью. Ну да, ночью делать. Тоже выход, почему нет? Ура! Мы в Киото. Что-то... На юге держите с правой стороны, затем поверните налево. Это... На... 4800. Да, я и хотела сказать, это наша цена была написана. Ну что, вот он, загадочный Киото. Дальше Осака, да? Поверните налево на съезд. Снимем немного старого города. Для разнообразия. Поверните направо. Все-таки столько машин, да? Ну, город большой. Город, да. Ну, в принципе, особо незаметно. Отличия от Таямы, да, никаких. Да, машин только много. Через 600 метров поверните направо. Господи, куда он меня ведет? Я ничего не могу понять. Смотри. Куда он меня ведет? Ну, вообще прямо показывает. Вот, а почему он тебе... Вот давай нам вот этого слушать, который на навигаторе. Он меня куда-то направо. Он меня куда-то поворачивает, туда, куда нет поворота почему-то. Там. Ну, вот здесь вот есть... Нет, ну то он их показывает прямо. Макдональдс. Такой большой, красивый. Большой, красивый, да. Да, такой, да. Новенький. Красивенький. Ну, сегодня как бы японцы же как делают? Они вот... У
мне их дается на год, там сколько-то там 10 дней выходных, которые они могут брать, когда хотят. И вот когда во вторник выпадает выходной, они берут в понедельник. Куда-то вот в пятницу 4 дня получается. 4 дня, да. Ну классно. То есть получается полный отпуск. Да, они могут взять, например, понедельник и среду, да, и куда-нибудь рвануть, но тоже Окинаву там на 4 дня, там такие короткие отпуска у них прямо. Слушай, ну это классно. У нас вот так запрещено в Казахстане. Ты должен первый свой отпуск взять 14 дней, причем 14 дней, 2 недели, включая выходные. Что сокращает твой отпуск на самом деле, мне кажется, это очень нечестно. Ну, в общем, и ты не можешь брать по дням. Вот ты первый раз должен взять 2 недели, хочешь, не хочешь, а потом там 5 дней, допустим, можешь взять. А по одному-два дня никогда не дают. Ой, куда ехать-то? Ты понимаешь, мою мать, куда ехать-то? Ёпарасоте. Ну знаю. И чё, не молча? Что не говорит? Ну, что за навигации такие? Короче, ну так что ж за навигация? Прямо на... Не, мне кажется, все правильно ты делаешь. Да, потому что вот она. Я смотрю вот по этому навигатору, и нам потом направо нужно будет. А, или мы сейчас опять же в эту улицу съезжаем. А, ну да, так странно, мы опять сюда съезжаем. А это уже центр, наверное, да? Да, да, мы к вокзалу подъезжаем, там это рядом с вокзалом. Да, вот пока прямо. Мы все ищем наш отель. Такие красивые здесь местечки, магазинчики. Ваше место назначения находится слева. Вот слева. Вот он, черно-серый, я думаю. Вот смотри, паркинг. Вот он. 60 минут 110, это очень хорошо. Это давай очень я хорошо, сюда прям встану. Или это что это? Это же парк, это же не чей-то. Вот наш отель. Я паркуюсь. Давай. Мы приехали в Киото. Наш отель. И я забыла одеть маску. У нас все еще social distance. Мы приехали и заселились в парк-отель. Теперь у нас, значит, рум-тур. Вот Ира пьет воду. Такая кровать. Классный диванчик. Телевизор. Ну, в принципе, маленький, комфортный номерочек. Здесь зеркало нам любоваться. Ну и стандартный. Красота. Вот такой у нас вид из окна. Что-то очень красивое здание и кофейня внизу, куда мы пойдем завтракать завтра. В общем, центральная улица.
И самое классное, большой такой подоконник. Моя мечта, когда можно сидеть здесь, читать книжки и смотреть в окно. И пить кофе. Вот какое-то отление, что они все тут в нарядах. И вот какой-то принц из Киото. Да, красивый какой-то отель, да? Угу. Как прям в это, когда на каютах, в каютах. Да. Когда мы... Наверное. Так, говори. Вот начинается улица Гион старинная, после речки. Вот видишь здание там? Да. Вот, вот там начинается вот все такое. Вот пойдем посмотрим. Мы пришли всякие вот музыканты. Алло, Егор, сейчас, знаешь, видео включу, подожди. Я сейчас вот мы пришли, чтобы снять. И у меня... Ой, не так. Горит красным. Это что значит? Батарейка села. В смысле, если я вообще не включала, только сейчас достала? Ну, не знаю. Все, ладно. А, нет, это снимает. Подожди, это снимает. А, ну все, пока тогда. А коснись, коснись экрана. А, снимает. Ну все, пока. А что вот это за здание справа? Ой, как красиво. Не знаю, надо подходить к станции. Да, или смотреть на карту. Станция. А вот это театр. Вон там театр. Очень красивый. А, там же это, танцы гейши или что-то. Короче, я не буду фототь. На мне видео, на тебе фото. А вот это что такое? Что дают? Там что-то дают. Сейчас посмотрим. Тут же едят рыбок. Я не знаю, что это такое. Я никогда не ела.
Ну, я так понимаю, это тесто. Это тесто. Тесто с фасолью. Со сладкой. Не, не хочу. Улица. В самом районе, в самом центре буду жить. Да. Мне, кстати, тут ресторан понравился со стейком. Недорого и нормально. Платочки всякие красивые продаются. Красиво. Может, сегодня нормальная, а завтра цезарь? Как хочешь. Вон тут стейк, стейк, кстати, на углу. Вот это еще мне понравилось. Да? В общем, мы продолжаем гулять по этому району. Идем в храм. Но люди уже расходятся, да? И правильно, им пора на работу. Может, все закрывают? Ну да. И вот впереди уже виден храм. Красивый какой-то. А как храм называется? Вот этот я не знаю. Вот это как? Я не помню. Да, короче, у нас там блогеры. Куда поехали? В Киото. Все. Все, что мы знаем. Но это лучше, чем как-то спрашивают. В Киото это на лыжи? Ну, это лучше однозначно, да. Это мы знаем, что в Киото вот лыж нет. Куда мы ходили. Ну вот то какая радость. Экспириенс, да, экспириенс. А кстати, ты видела, в Токио уже поставили аппараты, ну вот эти, как они называются, где? Господи, виндинговые с вагю и икрой. Вагю. Да, и икрой. Холодильник какой-то? Ну да. Там как вот у нас мороженое там. Так, попробуем войти в эти ворота и посмотрим, что там интересного есть. Здесь просто выход на улицу. Но очень красивый. Девчонки делают фото на фоне сакуры. Закрытые уже магазинчики. Ресторан. Ну и в принципе все. Доброе утро! У нас настал второй день нашего путешествия. Вчера мы приехали в часа 4, да? 4 где-то, заселились. Первым делом пошли в шопинг у нас был. Накупили кучу вещей. Девочки такие девочки. Потом мы сходили на улицу Гион. Это улица? Да. Или район? Да. Да, мы по нему сейчас едем. Красивые такие были домики, ночью фонари горящие. Потом мы погуляли немножко, сходили в храм красивый и покушали в ресторане, очень старом, который существует 107 лет уже.
был насыщенный день. Сегодня приключения продолжаются. Мы поставили машину на парковку и не взяли карточку. Сейчас хотели заплатить, и нам не отдают машину, потому что у нас нету карточки. Все? Еще и налоги взяли с нас. В общем, да, парковка в Киото — это просто разорение. 30 минут, 330 йен, короче, $3. Все, нас выпустят. Ну, в общем, вот здесь вот вы видите бамбуковый лес. Чудный. И нашу машину. Так, едем искать снова вход. Мы подъезжаем ко входу. Все-таки уже надеемся в этот раз до бамбукового леса. Народу. Прикольно. На рикшах, да? Народу очень много. Иностранцев очень много. Можем обогнать? Ой, смотри, стой. Ну, не знаю. Выехать навстречку? Ну да. Там нет никого. Или он уже есть? Не надо. Я из-за него не вижу, где парковки. Да, я тоже не вижу знак парковки. Вот какой-то парк. Кимоно, столько много людей, красиво очень. Да, вот какой-то вход в храм. Блин, конечно, нам надо было встать, где мы первый раз приехали, все правильно. Уже бы сюда пришли. Уже бы и погуляли, и там народу вообще никакого не было. Мы пожалели денег. Мы пожалели денег, в итоге потеряли и деньги, и время. Красиво, смотри, вот я сейчас вот. Да. Да, красивые девушки в кимоно. Люди, не ходите, пожалуйста, по дороге. Тут так не проехать. Так тротуаров нет нифига. А да. Форест где-то у нас впереди. Короче, нам нужно просто найти сейчас парковку. И больше ничего. Чоколад. Вот он, вход в Форест. Угу, вот да. Он, вход в Форест. Да, все. Ну подожди, мы что-то повернуть вон не можем. Вон парковка впереди, если она свободна, мы на нее. Все, давай, любая парковка, любые тут, деньги. Тут надо, чтобы рассосалось чуть-чуть. Вот девушки в кимоно. Будут фотографироваться, у них фотосессия явно. Это вот поэтому и толпа, что вход в Форест. Угу. О боже, пол 30. Блять, биться сердце перестало, твою мать. Так, мы куда-то приехали. В общем, уже на цены не смотрим. На парковку. Уже пофиг, сколько стоит. Идем в бамбуковый лес. Люди уже обедают. Люди уже погуляли, люди уже все обедают. New one? Yeah. Remember the Jewish kid? Yes. Этот лес
Он не прекрасный, когда тут только на он выпьет. Вон, смотри. Как красиво фотографируется. О, да. И вот там никого нет. А что мы тут за ним? Нам нельзя там стоять. Ну, лес по-моему спутать, а? Вот тут классно. Кто-то сдох. Кто сдох? Запах. А. Вот это вот такого леса нет. Вот этот надо. Это очень плотный. Да, плотный такой. Мы пришли в храм, тут такие красивые цветы разные. Так, я хочу фотографировать цветы. Да, я вам те хочу розовые. Какие красивые, вот на полу, как красиво загорают. Ира, вот это сакура уже или нет? Или вот это, тут сакура уже? Вот это сакура, это слива, по-моему, да. Это слива у нас. Ой, у нас, наверное, скоро тоже стояли, такая весна будет. Плаваем. Квинс какой-то. Непонятно. Какие-то такие интересные цветы, но они никак их... Это даже не сакура, да? Это... Не знаю, что-то очень красивое, непонятное и не фотографируется. Да, да. Оно так красиво, когда смотришь, а фотки какие-то... Да, фотки какие-то кривокосо все. Но они бы писали какие-то кривокосо. Да, красиво. А вот еще такие же белые. Ну, белые как-то... Ну, да, на магнолию какую-то покажу. А, они написаны, сам магнолия. Да, это когда разновидно, я в том магнолии. Да, это вот через фотошку. Ну, да, сейчас у нас так расскажется, может быть. Поэтому мы что-то делаем. Ну так вот, смотри отсюда, как красиво это. Да, вот ради чего сюда поднимаешься. Ой, город еще видно. Да, и там тупик.
В общем, такой прикол. Снимала рикш, девушек в красивых кимоно. Наверное, часа, ну полчаса точно. Но оказывается, у меня был закрыт объектив. Поэтому ничего такого вы не увидите в нашем кино. Сегодня, да, вместо Тани Альберт. Это мое второе эго. Твоя субличность. Моя субличность Альберт, да. 1800 одна лодка. Слушай, ну вопрос тот. Кто будет гребсти, вопрос. Вот. Не нужно ли нам будет нас будет спасать после того, как. Пошли туда пройдемся. Да. Еще есть. Там, да, поедим. И, если честно, насос... Смотри, но есть вот такие вот, Ир. Длинные? Да, но там. Сандипно, раундбо. Ну я хочу, да, давай, на большую через поедем. Через сколько? Это Цугива, Нанджи? Цугине, 1:30 на бинга има. Окей. Давай мы поедим как раз, мы же на лодке не поедем. Окей, да. Ну, честно, давай попробуем, мы не пропустим билет, чтобы они нас ждали. Они нас не будут ждать. Да, уточек, видать, кормят здесь, да, что они так... Как тяжело, наверное, да? Ну, количество людей большое. Спасибо, бабулечки, да? Ой, так мило, всегда так возможно. Наверное. Это вообще количество людей большое. Да, это смотри, там камень, а тут вот. Ты хоть греби обратно, господи, сидишь. Смотри, смотри, у меня столько греби. Они сидят на берегу. А потому что они не знают. Сидит,
Нет, это группы, я думаю. Хотя нет. Шопинг мол, да, прикольно. Нас фотографировали. Я не удалила эту фотку. Я оставила ее на память. Это было очень весело. Это было очень неожиданно. Это было неожиданно, да. И у меня есть привычка чистить и удалять все. Не нужно. Но я решила, что эти парнишки нужная вещь. Они позитивные. Да. Ой, как хорошо. Это прямо было. Как после обеденный сон. Да, да, да. Типа полежать. Прямо как медитация, да. Можно сказать. Как хорошо. Никто не орал, не галдел. Тишина. Короче, там, знаешь, эти рикши, кажется, что им тяжело. Конечно, тяжело, они бегают, но у них там очень хорошая амортизация у этих колес. Uh-huh. Вот он чуть-чуть разбежался, и они катятся. Да, он такой это. Ну, горку, конечно, горку, надо конечно, это, да. Попыхтеть чуток. Ну, а вот так вот по прямой у них они очень хорошо это едут. Ну вот да. Я на них смотрю, они худые, они не сказать мышечные. Ну, по идее, если ты таскаешь такие тяжести, у тебя. Не, ну они такие жилистые должны быть. Они да. Жилистые, ну, посмотри на них. Ну, не знаю, не одеты, поэтому... Ну, не... работка? Не лёгкая. Не знаю, насколько это хорошо. Плачет, ещё не добрать. Конечно, а иностранцы очень любят давать.
смотрела этот фильм. Вот это красивое, да, цветочки? Он как будто борец. Посмотри, какие ноги. Не, они очень шикарные. Как будто, ноги, знаешь, ноги это... вкачаны, толстых я их точно. У него он как будто штангист. Но верх у него не штангист. Очередь за кофе все еще стоит. А? Очередь так и стоит. Очередь так и стоит. А это, они, понимаешь, они еще болтаются. Он мокрый, у него майка насквозь мокрая, постоянно. Они еще не просто тащат, они еще как разговаривают, что-то сняют. Что-то рассказывают. Да. Дети. Ой, я своих, знаешь, я когда мы приезжали, я своих девчонок наряжала вот в эти одежды летом. Боже, я сейчас смотрю, я прям налюбоваться не могу. Такие они клевые, нам туда. Маленькие милашки такие. Да, милахи в этих всяких, конечно, в цветочках это все. Ой, блин. Покажешь? Вышлишь фотку? Да, да, найду. Есть. Оно вот у Маши в планшете вылазит, так прикольно. Мы смотрим периодически, а иногда еще iPad сам делает видео. Ага, да, да, да. Тоже клево. Смотришь на некоторых, например, идет кимоно. Парни, парни. Ой, еще эти прикольные, эти масочки, да? Да, ролевые субъекты. Многим парням прям такое ощущение, что они в них, блин, каждый день ходят. Вот смотришь, он прям такой, ну, круто. Да, бывает. А некоторые такие на деле и стесняются, такие идут. Знаешь, ну не очень. Огурцы. На палочке. На палочке? Прям реально огурцы? Соленые. Малосольные. Малосольные. Вон. А, малосольные вкусно. Вон они, вон. 250 не на огурец. Зачем? Ну, я сама думаю, да, такое могу конечно сделать. Конечно. Да, вот такое количество у нас людей, всяческие интересненькие магазинчики, и это еще вот этот шоколад везде тоже, да? Снуп шоколад. Мы сегодня миллион раз мимо него проходили. Украшения. В общем, мы идем куда-то в гору, и тут народу дофига, хоть и рабочий день. Зашли на магазинчик по керамике. Смотрим, любуемся всякой красотой. Ну, в туристическом районе. Такая у меня есть. Ничего, за 1900 покупала? Наверное. Ой, вот прикольно с сумочками. Магазин вееров. Thank you.
Никто не умеет читать ни на японском, ни на английском. Наверное, он там не выборочный. これいらんやろ。
trouble, yeah. Куда? Да. Вау, смотри, оно сейчас не закончится. Что у нас с телефоном? こちらは清水寺です。ご参拝の皆様にお知らせします。あっちここや。本日の閉門時間は。Девчонки изображают листья сакуры. Ира стоит в очереди. Здесь нужно обязательно помыть руки. Некоторые даже пьют. Но руки обязательно нужно помыть. Будет благодать. Помыла за себя, помыла за меня. Все, мы можем быть спокойны. Все у нас будет хорошо. Доброе утро. Мы выехали с Киото. У нас дождик. Въезжали в Киото, был дождик. Уезжаем, был дождик. Но вчера зато был прекрасный один день, который мы нагулялись, и было очень жарко. Градусов 25-26. В общем, мы едем домой.